Вот, ребят, внимание, такая жесть. Поликлиника на улице Горького. Я сначала логику включил, думал, человек головой ударился о крыльцо. Но потом думаю, это нелогично. Удариться о крыльцо и идти вот туда далеко. Весна, все поняли, да? Вот, весна, Горьковская поликлиника. Я думал, это удар головой крыльцо. Оказывается, вот я иду по следу. Вот, иду. Это, ребят, собака прокусила человеку вену. Будьте осторожны от собак заранее, тем более, если они не в одиночку ходят. Короче, понедельник, день тяжелый. И аварии, и собаки. Берегите себя, пожалуйста.